Компания Heimdall Skonto Latvia зарегистрирована в 2012 году и на 100% является дочерним предприятием норвежской компании Heimdall Skonto Norway. Предприятие производит модули для строительства жилых многоэтажных домов, предусмотренные для реализации на рынке Скандинавии. При производстве модулей используются строительные материалы, такие как регипс, древесно-стружечная плита, металлические алюминиевые профили, а также материалы, необходимые для установки вентиляционной системы и электропроводки. В этом цехе производство контейнерного типа. Производственная линия разделена на секции. На каждой из них работают по 2-4 человека. В производственном процессе используем норвежскую технологию и большинство их идей. К тому же, чтобы развивать производство, специалисты из Норвегии оказывают нам поддержку, делятся идеями, помогают нашим работникам получить необходимые знания. Внутри модуль представляет собой готовое помещение с установленными коммуникациями, белой отделкой, установленной сантехникой и встроенной мебелью. Готовая продукция будет доставлена на место строительства. Там модули смонтируют вместе многоэтажные здания, например, жилые дома или гостиницы. Для экспорта готовой продукции планируется использовать Венспилский порт. Мы успешно сотрудничаем с Венспилской думой и с Венспилским свободным портом, что особенно важно для развития предприятия. На данный момент мы работаем над проектом гостиницы для студентов, в рамках которого нам необходимо произвести 176 модулей, первые 28 из которых будут экспортированы из Венспилского порта уже в марте. Производство было начато в январе, в начале января. И в данный момент мы работаем в тестовом режиме. Еще очень многое, что нужно организовать, оптимизировать процессы и обучить сотрудников. Татьяна Саксаганская, Ирина Курганова, Инжодзинч, Курзымское телевидение.